Здорово, у тебя четкая жопа, идем завтра потусим. Что? Ой, сорян, не тебе. В смысле не мне? У меня тоже четко. Вот так вот, у меня четкая жопа. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. А мне некоторые обитатели канала не верят. Типа, даже писали в личку как-то, понял, уже давненько. Саныч, ты понимаешь, что вот если девушка, она такая вот образованная, начитанная, такая вся вот такая интеллигентная, ищет хорошего, порядочного мужчину, да, вот, она не поведется на твою вульгарность, типа там сказать, там, ну, я просто советовал, типа, да, вот, ну, нравится тебе баба, подойди к ней, скажи, у тебя классная жопа, да, ей понравится, да. А они не верят, типа, что не-не-не, ты че, она тебя отвергнет, она, возможно, тебя отвергнет, скажи, типа, ты че там, дядь, обалдел, что ли, че, да. Но ей это понравится, да, пускай это будет в вульгарном, там, в таком, в пошлом, интерпретации ты это все будешь преподносить ей, но ей это понравится. Вот так они, в принципе, и думают, как это, у меня что, жопа нечеткая, что ли, или что? Любая женщина, она, ей нравится, когда она кому-то нравится, пускай такое вот словоблудие, но тем не менее, да, вот пускай там ты это выразил там как-то вульгарно, грубо, некрасиво, но тем не менее, у нее там в мозгу срабатывает вот эта кнопочка, типа, ага, подсел на меня, на крючочке, значит, да, вот и все. В принципе, может тебя отвергнуть, да, но если ты немножко напористость проявишь, там, допустим, да ладно, что ты там, подружка-пердушка, давай пойдем под руку, повел ее куда-нибудь, как бы, может и согласиться, как бы, но, опять-таки, каждой чаечке нужен свой подход, в принципе, как и к альбатросику, когда чаечки знакомятся сами, ну, вот как-то так.